рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения «Внимание, дети! Летние каникулы». Внутри этого красочного автомобиля велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы, макет, элементы улично-дорожной сети. Все это оборудование привезли в детский лагерь для того, чтобы юные пешеходы научились правильно вести себя на дороге в условиях, которые максимально приближены к реальным. Отдыхающие в лагере «Арго» смогли покататься на велосипедах и узнать правила безопасного управления ими. Ребятам предложили показать виртуозность вождения. Почти все справились на отлично. Мне здесь очень сильно понравилось. К нам приезжала лаборатория ПДД. Я ходил по многим станциям, развлекался. Нам везде объясняли то, что нужно быть аккуратным на дороге. Я катался на велике и соблюдал правила дорожного движения. Ребята вспомнили правила перехода через проезжую часть и узнали, почему на дороге необходимо быть заметным. Каждый ребенок должен знать об опасностях, подстерегающих его на автомобильных дорогах, и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. На дорогах Самары для безопасности детей создают все условия. В рамках реализации мероприятий, направленных на улучшение качества городской среды, создают островки безопасности на пешеходных переходах, устанавливают светофоры и другие элементы освещения, размещают искусственные неровности на проезжей части, вводят ограничения скорости движения автомобилей. Но сотрудники ГИБДД не снимают с себя ответственности и систематически напоминают детям, что невнимательность на дороге таит в себе смертельную опасность. Поэтому особое внимание уделили проблемным вопросам в области безопасности дорожного движения. На настоящий момент у нас на территории города зафиксирован рост практически на 50%. По неосторожности самих детей у нас произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. Но в настоящее время в связи с проведением профилактических бесед за последнюю неделю дорожно-транспортных происшествий с детьми не зарегистрировано. Всего за пару часов дети успели побывать в роли автомобилистов, велосипедистов, пешеходов, вооружились новыми знаниями и пообещали быть примерными участниками дорожного движения. Это нужно детям. Сейчас очень насыщенное движение в городе, поэтому они должны знать, как себя вести на дорогах и на тротуарах тоже. Сегодня ребята сами повторили правила безопасности дорожного движения. Дети и педагоги, сотрудники госавтоинспекции заинтересованы в занятиях, ведь подвижные тематические игры и командные задачи по ПДД находят отклик у ребят. При помощи таких игр запомнить правила дорожного движения детям намного легче. В подарок от лаборатории безопасности детям вручили сувениры.